Вылечат всех – кошек, собак, хомяков, черепах и куда более экзотичное зверье. В центре Иваново по адресу улица Палехская, 4, открыт новый ветеринарный кабинет. Это первая государственная лечебница для животных в регионе. Здесь чисто, уютно, есть все необходимое оборудование для полостных операций и терапии. Я надеюсь, что данный кабинет будет пользоваться спросом у хозяев питомцев города Иваново. Ну и, конечно же, мы на перспективу думаем открывать такие же кабинеты и в других районах города, потому что на сегодняшний день, конечно же, эта услуга востребована. И в первую очередь мы именно делаем акцент, что она будет очень качественной и на высоком уровне. В веткабинете работают два специалиста. Оба врача недавно прошли курсы повышения квалификации по кардиологии, травматологии и хирургии. Помогут каждому пациенту. Будут выписываться ветеринарно-санитарные документы, будут проводиться вакцинации. Вакцинация против бешенства будет проводиться бесплатно. Также прием больных животных. Профилактические мероприятия будут проводиться. Медкабинет работает только 3 дня. За это время уже успели принять 15 хвостатых пациентов. Сотрудники уверены, как только горожане узнают о новой лечебнице, поток увеличится в разы. Ведь у государственной клиники свои плюсы. Да, гарантия у нас есть, так как это государственное учреждение. Все манипуляции у нас проводятся на договорной основе. Соответственно, у нас так называемые послеоперационные гарантии существуют. И немаловажный вопрос – это ценовая политика. То есть у нас на порядок ниже цены, мы оказываем услуги. Из бесплатного только прививка от бешенства. Все остальное – за наличность. Однако цены не кусаются. В среднем услуги здесь в 2 раза дешевле, чем в частных лечебницах. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.